В Анапе состоялся чемпионат курорта по спортивной акробатике «Пляжный курбет». На турнир съехались более 300 участников из 10 городов и районов. Был представлен не только Краснодарский край, но и Республика Крым. Присутствовали на соревнованиях и спортсмены из Северского района. Ребята из Северской ДЮСША под руководством Дианы Гороховой и Николая Клинченкова показали высокий профессионализм. Результатом соревнований ребята гордятся по праву. Из 57 участников наши ребята привезли 56 медалей. Для спортсменов выступления на соревнованиях высокого уровня очень важны. Только так они смогут развиваться.